В Славянской 16-й школе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Ее выпускники не раз доказывали свою любовь к родине на деле, в трудную минуту вставая на ее защиту. На примерах их беззаветного мужества воспитывается новое поколение юных патриотов. А память о героях, сложивших голову в боях, живет в сердцах. Мы побывали на митинге в 16-й школе, посвященном открытию мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции орденоносце Юрии Прокопенко. Его помнят в родной школе. Его жизненный путь, посвященный служению Родине, служит примером. Военную службу проходил в 10-й отдельной бригаде спецназа главного разведывательного управления в хуторе Молькино. Во время службы выполнял боевые задачи в Дагестане. В декабре 2021 года отправился на вооруженный конфликт в Сирийскую Арабскую Республику. В августе 2022 года их перебросили из Сирии в Украину на специальную военную операцию. За свой боевой путь Прокопенко Юрий был награжден медалью за боевые заслуги, медалью за отвагу. И самые главные его награды – два ордена мужества. Один он успел получить в мае 2023 года. Второй орден присвоен посмертно. Раненый воин сражался, пока еще были силы. Он отстаивал интересы нашего Отечества. Учащиеся читали стихи, посвященные подвигу героя. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали члены семьи, родные и близкие, учителя Юрия Прокопенко, представители администрации и управления образования, Славянского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Комитета солдатских матерей, детско-юношеского центра «Патриот», учащиеся и педагоги школы. Юра был самым лучшим человеком на свете, братом, мужем, сыном. Он, я с ним разговаривал, он то видел себя только военным, вот только вот, как он говорит, в элитных войсках. Никогда не бежал, не боялся, ничего. Он даже готов был отдать свою жизнь, и он бы по-другому не поступил. На своем боевом пути Юрий Прокопенко не раз проявлял мужество и героизм, за что и был награжден медалями и двумя орденами мужества. И во все времена находились такие отважные, прекрасные люди, воины, которые защищали наше государство. И сегодня, когда ваши товарищи выполняют свои боевые задачи на ведение специальной военной операции, мы должны помнить и гордиться ими. Покой Господи душу, уважаемые родные и близкие, наши соболезнования всего нашего общества. Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери и супруге Юрия Прокопенко. Затем участники митинга памяти возложили живые цветы. В городе и районе будут помнить, что он отдал свою жизнь во имя мира, во имя добра и справедливости. Имя героя было присвоено классу, в котором учится его племянник. Имя Юрия Прокопенко навсегда вписано в историю учебного заведения родного города, всего Славянского района и Краснодарского края. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».